Традиционного наплыва посетителей в пенсионном фонде «Помарьел» ждут в начале года и спешат предупредить жителей республики. Теперь в большинстве случаев приходить за справками не нужно. Дело в том, что обычно в органы пенсионного фонда граждане обращаются за справкой о размере пенсии. Причем в пиковый январь количество посетителей может доходить до 9 тысяч человек в месяц. Однако необходимость ходить по многочисленным организациям, собирая справки, уходит в прошлое. Например, самая распространенная ситуация, когда за справкой приходит человек и представляет эту справку, это тогда, когда он обращается за так называемыми субсидиями на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Так вот, приходить за такой справкой нет необходимости, поскольку тот орган, который предоставляет субсидии, он может запросить эти сведения у пенсионного фонда сам, без участия гражданина. Достаточно гражданину заявить об этом при обращении за услугой и написать в определенных случаях расписку согласия на получение этих сведений. Добавлю, что такая обязанность лежит и на всех остальных ведомствах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги. Ну а если справка необходима для предъявления в другие организации, например, в банк для получения кредита, то получить ее можно в клиентской службе управления ПФР, заказав ее предварительно, или, что еще проще, в любом отделении МФЦ.